Вечерний дым над городом возник, куда-то вдаль покорно шли вагоны. Вдруг промелькнул прозрачный анемоны. В одно из окон полудетский лик. Подобием короны лежали кудри, сдержал я крик. Мне стало ясно в этот краткий миг, что пробуждает мертвых наши стоны. Лежали кудри, сдержал я крик. Мне стало ясно в этот краткий миг, с той девушкой у темного окна видение рая в сутолке вокзальной не раз встречался я в долинах сна. Я встречался с ней. Но почему была она печальной? Чего искал ее прозрачный силуэт? Быть может, ей в небе счастья нет. Ну, здравствуй. Ни стрела, ни камень. Ну, здравствуй.